разбей, соляные сталагмиты! Выпусти меня! Наконец-то ты пришел. Столько лет прошло. Это дух. Красный мор. Он еще здесь. Он почти... почти поработил меня. Поспеши. Рейнольд? Да. Мор хочет захватить мое тело. Я теряю силы. Я запер нас в этом гроте. Свойство соли, понимаешь? Он не мог выбраться. Стены пещеры содержат классический апотропический материал, который сдерживает духов. Ловко. Он все еще во мне. Я устал, брат. Помоги мне. Дай эликсир. Я исторгну из себя духа. Здесь давненько. Сколько уже, не помнишь? Годы, десятилетия. Я не чувствую хода времени. Тут ничего не меняется, брат. А вот снаружи многое поменялось. Ты же понимаешь, что уже должен был умереть? Твое тело не разложилось только из-за мора. Тогда тем более надо с этим покончить. Пожалуйста, дай мне эликсир! Я нашел твои письма к Ламберту. Мне жаль, что он тебя предал. Может, все кончилось бы хорошо, если бы с Красным Мором сражался не один ведьмак, а двое. Ну, что уж теперь. Я был дураком. Не понимал, что Ламберт не заслуживает доверия. Я с удовольствием ему об этом расскажу, как только мы увидимся. А вот друга твоего, кажется, звали Осмонд. Издеваешься надо мной? Нет, просто чутье мне подсказывает, что я сейчас говорю не с Рейнольдом. Ладно, возьми. Только помни, в случае чего я буду готов к бою. Какая сила! Твоими руками я убью любого, кто встанет на моем пути! Земля умоется кровью, захлебнется собственными соками, и ты будешь тому виной! Заключи нас в мир и выгони его из моего тела! С Красным Мором.
Рейнальд умер несколько веков назад, но тело не разложилось. Очевидно, это заслуга духа. Ха, никогда не видал такой брони. И медальон странный. С головой волка, но плоский. Наконец-то Осмунд кого-то прислал. Видимо, боги услышали мольбы из этого проклятого места. Благодарю тебя за помощь. Даже не верю, что освободился. Иногда я уже не понимал, кто я. Рейнальд или Красный Мор. То ли оба сразу, то ли ни тот, ни другой. Не стоит благодарности. Только ты ошибся. Меня прислал не твой друг Осмунд, а жрец Вечного Огня. Раньше Красный Мор уже пытался прикинуться ведьмаком. Откуда мне знать, что ты и есть Рейнальд? Спроси меня о чем-нибудь, что может знать только ведьмак из школы Волка. Давай, не тяни. А ты точно из школы Волка? Твой доспех немного напоминает наш, но цвет, накладки и вертикальные полосы... В Каэр Морхене мне всегда поручали клепать снаряжение. Говорили, у тебя золотые руки. Эти доспехи я доделывал уже на пути. Они должны были стать образцом для всей школы. Только их никто не увидел. Ты их сделал сам, без мастерской? Похоже, не тот путь ты выбрал. Мог бы сделать себе имя среди брокеров или хотя бы портных. Осмунд тоже придумывал, как улучшить этот доспех. Он все записывал. Мы собирались вместе поговорить об этом в Каэр Морхене. Хотелось бы верить. Чем докажешь? Обыщи мое тело. В левом кармане рубахи найдешь чертежи. Можешь забрать себе. Духов тебе больше нет, но ты, кажется, раздражен. Надо убедиться, что ты уйдешь с миром. Иначе я стану тем, на кого наш брат обычно охотится. Что ж, у меня осталось одно незаконченное дело. Помоги мне с ним. Тогда я обрету покой. Или можно сжечь твое тело на погребальном костре, как положено. Чтобы я ушел, не примирившись со своей судьбой, в боли и горечи. Этого ты мне желаешь, брат. Как я понял, тебя прислал жрец. Приведи его сюда. Хочу с ним напоследок поговорить. А что, ты соскучился по религиозным диспутам? Пара слов ничего не изменит. Отпусти свою обиду, Рейнальд. Нет. Сперва я посмотрю ему в глаза и спрошу, почему его вера позволяет обрекать людей на смерть и страдания. Нет ничего общего между этим парнишкой и жрецами, что тебя замуровали. Да, тогда приведи их вместо него. Не можешь? Я так и думал. Хорошо. Но только поговорить. Больше ничего. Перестань. К чему эти намеки? Я все понимаю, но у меня нет злых намерений. А даже если были, тебе бы не составило труда от меня избавиться. Ладно. Я схожу за жрецом.
Ничего не понимаю. Как они это допустили? Столько людей погибло, и кровь. Повсюду кровь. Я даже не подозревал. Рейнольд? Мне рассказали, что ты пережил. Я думал, как тебе помочь, но даже не знаю, чем искупить такую вину. Я всего лишь скромный диакон. Скромный диакон или иерарх, один хрен. Чтоб стать жрецом Вечного Огня, надо быть или преступником, или лицемером. Я нашел тут останки жреца, которого замуровали с больными, потому что он отказался покинуть их в темный час. Он кто, преступник или лицемер? Ну ничего себе. А скажи-ка мне, кто же его замуровал? Духи? Гули? А может, все-таки жрецы Вечного Огня? Какие милые обобщения. Раз все жрецы подлые мудаки, значит и все ведьмаки бесчувственные монстры. Я не слыхал о ведьмаках, которые бросают больных гнившими. Ты сам-то на чьей стороне? Приор говорил... Он говорил, что все не так. Я слушал его всю жизнь. Как мне теперь в это верить после того, что я тут увидел? Жрецы должны были оберегать людей, давать надежду, а они творили такое. Что мне теперь делать? Как мне жить? Что мне делать? Как мне жить? Да при чем тут вообще ты? Тебя что ли сюда кинули? У тебя есть право на ярость. Вечный огонь сломал твою жизнь. Твою и всех тех, кто здесь умер. То, что с тобой сделали, нельзя ни забыть, ни простить. Забыть нельзя, это правда. Но я могу основать здесь лечебницу. Я сделаю все, что в моих силах. Если человек испытывает раскаяние и хочет загладить вину, то нельзя... Ну нельзя же! Ты лжешь! Лжешь, чтобы спасти свою шкуру! Все-таки люди не меняются! Рейнольд, остынь. Я-то надеялся, что он переживет катарсис и покинет этот мир спокойно. Хер бы там. Жил как ведьмак, умер как ведьмак, а ушел как дух мщения. Надо сжечь тела и убираться отсюда к дьяволу.